25 июля прошла 54-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». В ходе заседания депутаты рассмотрели 5 вопросов. Главный из них – назначение конкурса по отбору кандидатур на должность руководителя муниципалитета. Необходимость возникла в связи с досрочным уходом с поста главы Андрея Дорошевского. Законом Краснодарского края 717 о местном самоуправлении в Краснодарском крае устанавливается процедура назначения на должность главы муниципального образования путем проведения конкурса, что предусмотрено также статьей 30 Устава муниципального образования «Северский район». Определено, что глава муниципального образования избирается тайным голосованием представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса. Решение об избрании главы муниципального образования принимается на заседании представительного органа большинством голосов от установленного числа депутатов. Рассмотрели и вопрос о внесении изменений в решение Совета Смоленского сельского поселения об утверждении генерального плана населенного пункта. Внесение изменений необходимо для определения границ, планирования развития территорий, определения размещения объектов федерального значения и многого другого. Все проекты решений, внесенные на обсуждение сессии, были поддержаны депутатами.